Вот по три ведерка. Такие небольшие. Вот отсюда возят. Телефон! Вот медленно показать, что тут делается. Посчитать мешки, сколько. Уже темняется, солнце закатывается. Сережа ехать сегодня думает, почему сегодня, не знаю. Весь день так работали, это может дорогой заснуть, беда. Не отпускаю его. Нет, рвется. Зачем? Ничего понять не могу. Это матушка на коленях. Трактор настоящий, работает. А это Фросиня наша. Выше всех из них она работала. Володя там грузит тачку. Надежда Васильевна была одна откомандирована в церковь. Из церкви мимо не прошла. Пришла, сейчас мелочь собирает. Вот так. Интересно, закат солнца в тучи выходит. И все уже темнеет лес. Нет, это трактора и все, никто у нас. Да, видите, был, убрал тракторенок. А у нас нет специалиста ездит, а на себе все. Это 20 соток. Вот сколько считай здесь. Можно посчитать, сколько, ну, по три вот этих ведерка. Поднимать-то некому сильно. Вон наши мешки ветер развивает. А там он как раз Камогориха, где мы рыбачим сетью. Вот это поля высушенные. Это Енафа. Старшая из четырех. Те оставшиеся. Я пройду вперед сейчас, посмотрю, что они там куда возят. Этот мелочь собирает один. Надо крупную хотя бы забрать. А мелочь не успеем мы сегодня. Дядя Сережа собирается ехать сегодня, не надо. Он один раз заснул, мы чуть все не погибли. Вы можете просто, он уснет, и все погибнете. Не ездите сегодня. Это я иду. На саманный. Он из самана кирпичом обложен. А это второй месяц уже идет, со 2 сентября. Бульдозер у нас стоит. Не найдут бульдозериста, даже угнать. Ну, я оплатил и вывоз здесь. Привоз и вывоз вместе 50 тысяч пришлось заплатить. Но бульдозерис очень хороший. Вот тут они накидали. Вот считай сколько. Я зашел посмотреть хотя бы. Вот оно что. А вы куда еще? Погреб не опускали? Мы там сложили возле погреба. А-а-а. Потом опущу. Надо как-то закрыть на ночь-то. Посчитай, сколько тут мешков. Ну, мешков-то каких тут? Вот. Тут не посчитаешь. Ну да.
отсвет на облаках. У соседа вот это столько сена Бог дает. Богатая-богатая земля здесь. Сергей, Володя. Надо уговорить, чтобы он не ездил. Он уснет, они все погибнут. Такой напряженный день был, и ехать в ночь глядя, это совсем не годится. Это 4 самодельных. Таких. Кольца, кольца сделаны. Павел их отливал, я у него перекупил их.